Жителям домов 23, 23А, 25, 27 и 29 по Ленинскому проспекту представили проект благоустройства дворовой территории. На месте с горожанами встретился руководитель администрации Владимир Слепцов. Этот двор ждут большие изменения. Здесь отремонтируют дорожное покрытие и заменят детскую площадку. Обещали сделать детскую площадку. Проект очень большой, красивый, мне очень нравится. Еще бы пожелание, конечно, забыли утвердить, чтобы лавочки у подъезда поставить. Это очень хорошо, потому что бабушки выходят старенькие. И посидеть, отдохнуть. Вот. А так всех устраивает, конечно, то, что решаемо, все хорошо. Кроме того, Владимир Слепцов обратил внимание на территорию за домами, которая была сильно загрязнена. Сегодня это место стало одной из точек проведения субботника. Теперь там, где совсем недавно был мусор, жители домов по Ленинскому проспекту смогут выходить на прогулку.